Всем привет! Вы на канале марки Happy Life. Друзья, сегодня хочется показать вам наш город Краснодар. Город контрастов, где вчера может быть температура за 40 градусов, а сегодня такие ливни, что под воду уходит весь город. Куда там мать-то так заглядывает? Она тоже хочет протаживать все пальцы. Жарко, да? Да больше 40 на солнце. Что ж ты хочешь? Смотреть на машины. Мечтает искупаться, да, Мария? Пойдешь купаться? Да. Пойдешь? Да. Тоже хочешь купаться? Жарища, говорит, такая. Вы куда собрались? Ну, сейчас домой поедем. Пути будем делать. С такой завистью посмотри, как поет машина. Сейчас тоже, говорит. Масеньку размазала. Ой, как Маське жарко! Ты ж хотела погулять. Ну иди еще посмотри, позавидуй. Правильно, да, Маське? Правильно. Оттуда еще так надо. Ага. От холодной воды. Кайфует, ветерок прохладный. Деловая колбаса. Ливануло, да? Кто-то ливануло, да? Глянь, дождь-то идет. Лови, лови капельки, лови. Вот так, лови, лови. Иди лови. Лови, лови капельки, будь. Друзья, если у нас ливень прошел вовсе без последствий, то посмотрите, что происходило в центре города. Море. Улица Северная. Он даже спустился по базовке до Ленина. Наше болото, блин. Все. Будем плыть сейчас, блин. До дому, до хаты. Эти видео прислал нам наш подписчик. К сожалению, такой поток произошел по всему городу. Средняя глубина луж по городу была по колено мужчины. Были потоплены не просто улицы, а автомобили и дома. Остановлено транспортное сообщение. В новостях сообщили, что на борьбу с ЧП вышло 20 откачивающих машин. Но это не точно. Наверное, я тут добавлю немного черного юмора. Если ты не можешь приехать на море, то оно само к тебе придет. В этот раз городские ливневки не справились со столь обильным количеством воды. Венеция. Прямой репортаж. Кубани, Краснодар, центр, там он по Суворову, вообще река нафиг идет, вообще пипец.
Во дворах частного сектора еще хуже. Местами вода поднялась по пояс. У многих теперь в домах воды по щиколотку, испорчено имущество. Все проблемы горожанам придется решать самостоятельно.